18 января в Центральной библиотеке прошел второй этап 31-й конференции местного регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия». На собрании был переизбран лидер Десногорского политотделения. Подробности далее. В 2021 году пост руководителя занимал заместитель главы Десногорска по социальным вопросам Александр Новиков. Он открыл заседание подведением итогов работы за прошедший год. Так, «Единая Россия» курировала создание образовательных платформ «Точка роста» в трех школах города в рамках нацпроекта «Образование». Контролировала работы по благоустройству территорий по проекту формирования комфортной городской среды. Было отмечено, что партия активно работает в тандеме с волонтерским штабом и другими городскими сообществами. Так, «Единороссы» участвовали в экологических субботниках, благоустройстве атомпарка, всероссийских акциях, направленных на поддержку ветеранов, детей, инвалидов, а также сами организовали несколько собственных проектов. В 2021 году по инициативе членов местного политического совета стартовал проект Десногорского местного отделения партии по обучению компьютерной грамотности пенсионеров города Десногорск. При поддержке комитета по образованию города Десногорска было организовано обучение пожилых людей. Каждый желающий имел возможность записаться на эти курсы. Не останавливала свою деятельность и общественная приемная по решению личных вопросов горожан. Всего за отчетный год в общественную приемную обратились 88 граждан. По каждому вопросу было принято решение. В период карантина важным социальным направлением в работе партии стала помощь заболевшим горожанам по доставке лекарств и продуктов на дом. Оказывали поддержку и медработникам. Особую благодарность Александр Новиков выразил депутату Смоленской областной думы Михаилу Лосенко, который приобрел необходимое оборудование в поликлинику, организовал ремонт помещений. Благодарностью был отмечен и Николай Гречин, курирующий краеведческий музей Якимовичской средней школы. В 2021 году краеведческий музей занял первое место в областном конкурсе сельских музеев и второе место во всероссийском конкурсе «Неизвестный солдат». Благодаря инициативе Николая Александровича и проведенной им работе удалось выяснить данные 21 бойца, ранее признанных неизвестными. Николай Александрович также координирует работу по содействию духовно-нравственному воспитанию детей и учащихся молодежи средствами музеев образовательных организаций. Секретарь местного отделения партии исполняет свои полномочия год, а потому главным вопросом заседания стало избрание нового партийца на эту должность. Доверие вновь было оказано Александру Новикову. За его кандидатуру было отдано 90% голосов. Мы прикладываем много усилий работы как по политической линии, так и по общественной. И очень хотелось бы надеяться, что жители Десногорска, наши неравнодушные общественники, присоединятся к нам в нашей работе по созданию более комфортных условий в нашем любимом городе. Делегаты также утвердили состав политсовета. В него вошли 14 человек. Ксения Лошкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.